Каждый сочел за себя.
Каждый раунд сам на себя.
Каждый сам за себя. Oh!
Уничтожьте отряд врага. Раунд начался. Oh!
Fire in the hole! Кидаю гранату!
Уничтожьте отряд врага. Раунд начался.
граната! Граната!
Раунд начался. Захватите базы противника.
Уничтожьте отряд врага. Раунд начался. Дергайся, я тебя вылечу! Oh!
Осторожно, граната! Thank you.
Уничтожьте отряд врага. Раунд начался. Oh.
тебе повезло. Осторожно, граната! Миссия провалена, но в следующий раз они не будут так удачливы.
Уничтожьте отряд врага. Раунд начался. Это последний тренировочный курс. Теперь ты можешь выбрать четвертый класс – инженера. Основное оружие инженера – пистолет-пулемет. Он особенно хорош в бою на средней дистанции. Иди дальше и уничтожь столько целей, сколько сможешь. Уничтожь столько целей, сколько сможешь.
Инженеры могут использовать мины, которые автоматически взрываются, когда рядом оказывается враг. Поставь мину на указанной точке. Бронепластины значительно снижают получаемый урон. Этот значок говорит о том, что броня бойца сильно повреждена. Солдат всегда должен быть готов к встрече с врагом лицом к лицу. Выбери нож. У ножа есть дополнительная атака. Она медленнее обычной. В некоторых ситуациях нет времени на то, чтобы достать нож. В этом случае ты можешь ударить врага прикладом Время от времени тебе придется иметь дело со взрывчаткой. Инженеры работают со взрывчаткой быстрее, чем другие классы. Установи бомбу на указанной точке. Отойди на безопасное расстояние. Вот так! Теперь иди в вертолет. Твое обучение завершено. Теперь ты можешь с честью выдержать любые испытания. До встречи на поле боя. Уничтожьте отряд врага. Раунд начался.